39-летняя Ким Кардашьян, Ким Кадашьян, сходила с 42-летним супругом Канье Уэстом в ресторан быстрого питания. Поклонники потроллили звезд за их пристрастие к фастфуду. Инстадива и ее муж прилетели в Париж. Пара посетила ателье знаменитого дизайнера Жана Поля Готье. Ким приобрела эффектную новинку от кутюрье – яркое облегающее платье с принтом в виде бикини. Многодетная мама дополнила образ стильными солнечными очками и сапогами на высоком каблуке. Пока Ким фотографировалась, пытаясь найти самый сексуальный ракурс, Канье успел проголодаться. Рэпер зашел в KFC и купил себе баскет с куриными крылышками. Закончив примерку, Кардашьян тоже решила побаловать себя фастфудом. Канье заботливо помог возлюбленной с выбором. Поклонники не ожидали увидеть знаменитую семью в KFC. Прямо как обычные люди, Ким наконец-то сделала селфи, и теперь Канье может насладиться своей курочкой. Эта пара никогда не разочаровывает своими выходами в свет, прокомментировали пользователи Twitter. Приверженцы здорового питания иронично напомнили Кардашьян о том, что бургеры, картошка фри и жареная курица негативно скажутся на ее фигуре. «Ким, это вредно. А как же вегетарианство? Надеюсь, ты просто пожевала это и выплюнула», — отметили фолловеры. Вчера стало известно, что Ким и Канье собираются строить еще один дом. Звезды приобрели участок стоимостью 6,3 миллионов долларов в штате Калифорния. Новый коттедж супругов расположится рядом с владениями Крис и Кайли Дженнер. Недавно Ким заявила, что вместе с мужем и детьми перешла на растительное питание. «Больше никакого мяса», — обещала фанатам звезда. По ее словам, именно вегетарианская диета помогла ей обрести идеальную талию. Брюнетка также показала содержимое своего холодильника. Отсутствие в нем еды рассмешило поклонников клана Кардашьян.